Их объединяет любовь до цветов, когда каждая из мастачек малюет их по-своему. Свою совместную выставу Лора Стрижак и Наталья Харольская презентовали у Мастацкой галереи Университет культуры. Станковая и книжная графика, але любимая фарба акварель, капризная и неповторная. Мы рисуем вместе часто. Часто рисуем как раз у меня на даче, собственно говоря, все вот эти цветы, которые у нас, это дачные мои цветы. И когда рисовать быстро не получается, ты рисуешь пару дней или хотя бы целый день с утра до вечера. Знаете, вот ассоциация такая, тишина, вот как когда-то там за прялкой сидели. Мы также мы сидим со своими кисточками и неспешные разговоры ведем. Акварель не исправишь. Там достаточно два раза провести, и бумага видно, что ты два раза. То есть это попадание в цель. Вот. Поэтому вот попасть в цель и быть такой яркой, сочной, это только акварель позволяет. И нам нравится она своей трудностью. Масло можно переписывать до бесконечности, акварель никогда. Выпускницы Белорусской академии мастерства, члены Союза дизайнеров Беларуси Лора Стрижак и Наталья Харольская шмат годов смешают творчую деятельность с выкладчицкой, рыхтуют до профессийной деятельности будущих дизайнеров. Кветковые акварели, паперовая пластика – выники шангадовой працы мастачек у якости иллюстраторов дитячей книги, народных казок, легенд, поэзии для детей, в образах белорусской и замежной классики.